2014 жылы Самұрық-Қазына қоры жекешелендіру бағдарламасын іске қосты. Біз бақ өкілдерінен, блогерлер мен қарапайым азаматтардан жекешелендіруге қатысты қандай сұрақтарының жинақталғандығын сұрастыруды жөн көрдік. Ал қор өкілдері бұл сұрақтарға өте қарапайым, түсінікті түрде жауап берді. Вопросы из социальных сетей. Дарина Смагулова интересуется. Оценку приватизируемых объектов в Казахстане в основном осуществляет «Большая четверка». Почему именно им отдается предпочтение? Это большое заблуждение. Надо отметить, что «Большая четверка», так называемая, проводила оценку только тех компаний, которые являются наиболее крупными. И для того, чтобы привлечь иностранного инвестора, ему надо создать комфорт. Правильно? То есть это не говорит, что мы не доверяем казахстанским компаниям, но вы понимаете, что иностранцам все-таки, если они захотят входить в эту отрасль, то ему будет удобно, если он понимает, с какой компанией он имеет дело. А большая часть компаний все-таки проведена, мало того, казахстанским, я могу отметить, что там даже индивидуальные предприниматели участвовали в оценке, и это нормально. В тех объектах, которые имели небольшую стоимость, объемы, там привлекались казахстанские компании.